Всем привет, это Topsy News. В данном выпуске постараемся поймать таки золотую рыбку, накормить ею крокодила и добыть золотые револьверы рода. Давайте смотреть. Вероятность выпадения золотой рыбки всего лишь 1%. Смотрите, как это мало. Но мы все равно с вами постараемся в данном видео ее поймать, отдать крокодилу и посмотрим, что получится. Выдаст ли он нам тот самый ключ? Потому что револьверы берутся навсегда золотые. Опять-таки по сообщению разработчиков. Они об этом не сказали лично. Бам. Едем в торговый центр. За удочкой. И здесь же будем ловить. Смотрите, удочку сейчас возьмем. Уже заглядываем в бассейн, потому что по скриншоту желтого бриллианта я понял, что одна из рыбок должна быть желтой, по крайней мере. Здесь все оранжевые. Удочку нам не помешает взять заранее. И потом будем просто приезжать. И потом снова уезжать. Я так понимаю, каждый раз, как мы будем возвращаться, у нас будет новый респаун рыбок. Жесть, как меня напугали. Фантастика. Видели, слетело. Бам. Нам нужна не лопата, нам нужна именно удочка. Или удочка. Или удочка. Бам. Не перекинул. На катушке осталось, да на. Вау, в растение воткнул. Шедевр. Рвем. Фургон. Можем, в принципе, даже кататься с удочкой в руках. Помешает ли она нам? И так постоянно будем уезжать и приезжать. Так, давайте в гараж. Очень близко нажимать. Заодно проведаем нашего крокодила. Давайте зайдем к нему. Крокодайл. С ним, наверное, очень много багов найдете. Бам, в торговый центр. Так, смотрите, отсюда видно рыбок? О, смотрите. Нету. Похоже, можно уезжать. Давайте проверим. Если сейчас реально не будет желтой, значит, нам все показывают на сцене. Да, они явно оранжевые. Ладно, здесь оставляем удочку. Ура. И будем просто на сцену смотреть. Не будем даже выходить из фургона. Вот лайфхак. Вот это прикол. Смотрите, уже сюда. Вот что такое? Не с первого раза. Бам. Смотри внимательно на рыбок. Так, 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 так. Все оранжевые. Обратно. А можно сюда же приехать? Нельзя. Мышка не двигается вообще, вау. Торговый центр. Судя только по превьюшке, смотрим внимательно, прям курсором. Оранжевые все, снова. В фургоне я даже не двигаюсь и достаю до карты. Бам. Торговый. Курсор на готове. И нам нужна желтая рыбка, прям явно. Как лимон. Нету. Фантастика. Неужто мы ее дождемся вот так? Просто методом перебора. Оранжевые все. Если рыбок 5, а процент всего 1. Вы понимаете прикол? Всего 1% вероятности. То есть я 99 раз съезжу, грубо говоря, и только на 100-й раз получу желтую рыбку. Но это всего лишь вероятность, может попасться и в первый день. Ну хотя нет, не так. 1% вероятности, что из 5 рыбок она будет. То есть нужно ездить раз 20. Я уверен, что отображаются именно наши рыбки. Давайте для проверки кинем удочку в бассейн. Будут ли нам ее показывать в этой сцене? И проверим, заметим ли мы ее в сцене. Сейчас так прикол подошел бы, тут желтая плавает. Бам. Да ладно, вот так будет видно. Слышали звук? Удочка лежит, ура. Но рыбки желтые я не видел. Давайте в цирк. Опять нырнула. А, это звук падающей удочки.
Оранжевая. Оранжевая. О, желтая. Смотрите, золотая рыбина. Вау, ждем, ждем, ждем. Даже сцену не проматываю, чтобы не глюкануло случайно. Реально прокатывает. Нужно просто много раз поездить, даже не выходя из фургона. Смотрите, это шедевр будет. О, золотая рыбка. Она аж мигает. Красота. Точно, все получилось. Так, давайте ловить. Так, ну клюнет, конечно, не она. Ладно, выловим всех. Интересно, можно ли поймать золотую рыбку после того, как ты ее уже поймал? Или она навсегда только единственная рыбина? Так, давайте угадывать, куда она поплывет. Вот туда. Давай, 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 клюй. Не та. Да я специально скинул. На сюда. Не угадал. Сюда же кидаем, пока она не повернет. Смотри, она там одна. Да плыви туда. Ее не поймать, похоже. На. А! Пока что клюнула, клюнула. Золотая рыбина. Она вот, смотрите. Какая разница. Ее нам нужно взять на приюшку еще обязательно. Вот это фантастика. Смотрите, она просто мигает. Ура. Неужто я получу сегодня золотые револьверы? Мы должны прямо отфоткаться с ней. Навсегда она одна. Больше никогда не будет. Все, конец. Ой, не-не, лучше в руки возьмем. Едем в гараж. Скармливать крокодилу ее. Как бы не было жалко, но придется. Крокодил спит. Не, так не хочется отдавать. Кормушка. Жесть, как жалко. Просто сожрал, гад. Берем ключик прям с него. Ключ от витрины. И сматываемся. Ну-ка, нападет ли на Рода? Не нападает так просто. Чуть не ушел. Мы такую красивую рыбку обменяли на ржавый ключ. Смотрите. Ладно, я успеваю. На. Теперь попадаем в гараж. И открываем витрину, наконец-таки. И золотой револьвер Рода. Вау. С присосками. Ну-ка. Двойной. Что будет? И он, скорее всего, свалится. А, нет, это замена рогатки. Оклемался. А еще раз. А еще. Так, он вечный, получается. Смотри, разозлил. Ой. Но его злость должна была направлена быть на Рода. Так он бесконечный, похоже. Сейчас заглянем. Давай. Гад. Сейчас меня сдаст. Он на фургон залез, похоже. Уезжаем куда-нибудь, в торговый центр. Нет, гад, здесь нет. Сейчас отключим джойстики и посмотрим, будет ли у нас количество зарядов. Давайте смотреть. Уже все, смотрите, прям на тоненького закончил стрелять. Ну-ка, сколько их дается, проверим. 10 выстрелов дается, ура. Запомнили. Сейчас проверяем влияние вообще на рыбок, допустим. И для чего они, в принципе, нужны? Разбивают ли они какое-нибудь стекло? На рыбку налипли. А если вверх? На стекле прилипли. Вау. Это фантастично. Съедем снова в гараж. Налепил. Ну-ка, забирать нельзя? Нет. Снова в гараж. Можно ли там разбить какое-нибудь стекло? Это шедевр. То есть у нас теперь всегда будут револьверы здесь. Даже после устранения нас, я так понимаю. Ну здесь, в принципе, стекла никакого нет.
Золотой револьвер Рода. Давайте-ка выкинем его и попадемся крокодилу. Так, понятно, их здесь нет. Они валяются рядом. То есть они будут появляться при каждом следующем запуске игры. Хорошо, давайте мы на этом видео и закончим. Нам сегодня с вами удалось таки поймать золотую рыбку. Получили золотые револьверы Рода. Постреляли из них. Всем спасибо за просмотр. Оцените видео лайками. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.